Приветствую всех на своем канале, любимых подписчиков и гостей. Сегодня мы будем рассматривать узор для жилетки. Это у нас основной узор и обвязочка. Узор простой, двухсторонний. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 10 петель на 4 ряда. Я набрала 31 воздушную петлю, провязала ряд столбиками без накида. Без накида это берем ниточку, вытягиваем и провязываем 2 петли вместе в каждую петлю. Вот так. Первый ряд связан. Теперь набираем 3 воздушные петли, переворачиваем работу, заходим в первую петельку и вывязываем 3 столбика с накидом. 1 из одной точки, 2, 3. Пропускаем 5 петель внизу, 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в шестую и вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3, 4. Элемент связан. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем 2 петли внизу. Заходим в третью. Вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью и вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 5 петель внизу, 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в шестую и вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 2, 3, 4. Элемент связан. Бантики такие получаются. 3 воздушные петли. Пропускаем 2 петли внизу. Заходим в третью. Вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью и вывязываем 4 столбика с накидом одной точки. 2, 3, 4. Пропускаем 5 петель внизу. У нас получается это последняя петля. И вывязываем 4 столбика с накидом из одной петли. 2, 3, 4. Второй ряд связан. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Заходим в первую петельку, в первую, и вывязываем 3 столбика с накидом из одной точки. Сейчас объясню, почему 3, а не 4. Потому что 3 петли подъема у нас считаются столбиком. Далее. Это с первой группой мы столбиков разобрались. Теперь заходим во второй, в четвертый столбик. И вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 1, 2, 3. 4. Элемент связан. Набираем 3 воздушные петли. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда. Вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Заходим в первый столбик в элементе из 4 столбиков. И вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 2. 3.
4. Далее заходим в четвертый столбик следующего элемента из 4 столбиков, в четвертый столбик. И вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 2, 3, 4. Элемент связан. Далее мы набираем 3 воздушные петли. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда. Вывязываем столбик без накида, 3 воздушные петли. Заходим в первый столбик в элементе из 4 столбиков и вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 2, 3, 4. Далее мы заходим в третью петлю подъема, которая была у нас в предыдущем ряду, и вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 2, 3, 4. Третий ряд связан. 3 воздушные петли, переворачиваем работу, 3 воздушные петли по рисунку, смотрите начало 4 ряда по схеме, заходим в арочку между двумя элементами и вывязываем столбик без накида. Итак, 3 воздушные петли. Заходим в следующий элемент, в последний столбик, в четвертый, и вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 3, 4. Далее пропускаем вот эту красоту и заходим в первый столбик следующего элемента. И вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 3, 4. Элемент связан. 3 воздушные петли. Заходим между элементами под арочку и вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Заходим в элементе из 4 столбиков в последний столбик и вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 2, 3, 4. Далее. Заходим в первый столбик следующего элемента и вывязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Далее набираем 3 воздушные петли, заходим между элементами. И вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. И в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Четвертый ряд связан. 3 воздушные петли подъема. 3 воздушные петли по рисунку. Переворачиваем работу. Заходим столбик без накида предыдущего ряда, вот только что связанного, и вывязываем столбик без накида, 3 воздушные петли. Заходим в первый столбик и вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 2, 3, 4.
Теперь заходим в последний столбик. Вот первую группу мы отработали. Теперь работаем со второй группой из четырех столбиков. Заходим в последний столбик и вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 2, 3, 4. 3 воздушные петли. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда. Вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Заходим в первый столбик группы из 4 столбиков. Вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 2, 3, 4. Теперь заходим в следующую группу из 4 столбиков. Последний столбик и вывязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 2, 3, 4. 3 воздушные петли. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда. Вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. И в третью петлю подъема, вот здесь, где у нас было 6, мы вывязываем 6 воздушных петель предыдущего ряда. Вывязываем столбик с одним накидом. Пятый ряд связан. Далее идет повтор второго ряда. Теперь давайте рассмотрим, это у нас получается низ изделия, низ этой жилетки. Теперь вы связали все-все-все, красота-красота. Теперь мы давайте рассмотрим обвязочку. Как тут выглядит обвязочка? Ну, естественно, либо вы возьмете такой же цвет, либо контрастный. У меня это белый. Получается, я делаю так. Я вот набираю петельку, да, освобождаю от крючка. Захожу в первую петельку, продеваю в эту петельку, которую, контрастные нити, которые только что набрала, и вывязываем одну петельку. То есть мы ее привязали. Рабочую нить, которая нам нужна, мы ее привязали. Далее. Нам надо набрать 3 воздушные петли. Есть. Пропустить внизу 2 петли. Зайти в третью и связать. Один столбик с накидом. Одна воздушная. В ту же точку второй столбик с накидом. Одна воздушная. И третий столбик с накидом в ту же точку. Вот мы связали первый элемент. 4 воздушные петли. Пропускаем 4 петли внизу. 1, 2, 3, 4. Их видно. 1, 2, 3, 4. Заходим в пятый. Вывязываем столбик без накида. Сейчас тут мне крючок запутался. Вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Пропустили одну петельку, заходим в следующую и вывязываем столбик без накида. Вот так. 4 воздушные петли. Пропускаем 4 петли внизу. 1, 2, 3, 4. Заходим в пятый и вывязываем 3 столбика. 1, 2, 3, 4, в пятую заходим и вывязываем 3 столбика с накидом
но между ними одна воздушная. Столбик с накидом, одна воздушная. Еще один столбик с накидом, одна воздушная. И в ту же точку третий столбик с накидом. Вот так. 4 воздушные. Пропускаем 4 петли внизу. 1, 2, 3, 4. Заходим в пятую. Вывязываем столбик без накида. 3 воздушные. Пропускаем одну петлю. Заходим в следующую. Вывязываем столбик без накида. Затягиваем ниточки. 4 воздушные петли. Пропускаем 4 петли внизу. 1, 2, 3, 4. Заходим в пятую. Вывязываем один столбик с накидом, 1 воздушная. Второй столбик с накидом, 1 воздушная. И третий столбик с накидом. Вот так. Ну, давайте просто закончим этот элемент. У нас получается 4 воздушные петли. 4 петли пропустили. И здесь у нас последнюю надо связать столбик без накида. Вот что у нас вышло на этот момент. Теперь давайте это оставим черную, чтобы нам видно было. Мы набираем одну воздушную, переворачиваем работу, заходим под арочку, вывязываем столбик без накида. Мешает, да? Столбик без накида. Одна воздушная. Вот в эту работаем с элементом из 3 столбиков. В арочку мы вывязываем 2 столбика без накида. 1, 2, 3 воздушные петли. Вот так. В ту же арочку 1 столбик без накида. Посередине, вот прям в голову столбика предыдущего, вот во второй столбик, вершинку ввязываем столбик без накида. Заходим в следующую арочку, вот в эту вывязываем столбик без накида, 3 воздушные петли. И в ту же арочку 2 столбика без накида. 1, 2. Таким образом у нас получилось пико. Далее, одна воздушная, заходим под арочку, следующую, вот в эту, следующую, после 3 столбиков, вывязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, заходим в арочку, вот в эту, где у нас были 2 столбика без накида, вывязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, заходим в следующую арочку, вывязываем столбик без накида. Одна воздушная петля. Теперь работаем с элементом из 3 столбиков. 2 столбика без накида в первую арочку. 3 воздушные петли. В ту же арочку столбик без накида. В макушку второго столбика вывязываем столбик без накида. Заходим в следующую арочку. Следующую. Столбик без накида. 2, 3 воздушные петли. И в ту же арочку 2 столбика без накида. Мы связали элемент пико. Далее. 1 воздушная. Цепляемся к следующей арочке. Столбиком без накида. 3 воздушные. Заходим в арочку, в маленькую, между столбиками без накида. Вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Заходим в следующую арочку. Вывязываем столбик без накида. 1 воздушная. Теперь работаем с элементом из 3 столбиков. Заходим в первую арочку. Вывязываем 2 столбика без накида. 3 воздушные петли. В ту же арочку
столбик без накида, в макушку еще один столбик без накида, в макушку второго столбика, заходим в следующую арочку, вывязываем столбик без накида, 3 воздушные петли и в ту же арочку 2 столбика без накида. Раз, два. Одна воздушная и цепляемся к последней арочке столбиком без накида. Так как это жилетка, смотрите схему, дана в круговую, то весь этот рисунок на схеме видно, как это все переходит. Ну вот и все. Мы рассмотрели сегодня основной узор этой прекрасной жилетки. Он повторяется, вот эти два ряда и вот эти два ряда, он повторяется. И рассмотрели обвязочку. Узоры очень простые. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. А пока-пока!